топовый IP-телефон с большим экраном и поддержкой 6 SIP-аккаунтов. В этом видео мы распакуем стационарный телефон GrandStream GXP2170. Комплект поставки включает сам телефон, телефонную трубку, блок питания, сетевой Ethernet-кабель, подставку и пользовательскую документацию. Эта модель выполнена из черного матового пластика. На передней панели размещен цветной сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма. Слева и справа от него размещены 12 двухцветных клавиш линии, а ниже 5 программируемых клавиш. Отметим, что к этому телефону можно подключить до 4 панелей расширения GXP2200 и XT. С набором из 40 программируемых клавиш на каждой. На тыльной стороне корпуса расположились все основные разъемы. 2 гигабитных сетевых порта с поддержкой технологии PoE, разъем RJ12, 2 разъема RJ9 для трубки и гарнитуры и разъем питания. А встроенный USB-порт пригодится для импорта и экспорта данных. Теперь немного о функциях телефона. Он поддерживает работу сразу 12 линий и 6 независимых SIP-аккаунтов, а также 5-стороннюю конференцию. А еще он снабжен встроенным Bluetooth-модулем. Как и все телефоны серии, модель поддерживает различные протоколы безопасности, например, SRTP, TLS и автонастройки Zero Config, шифрованный XML и TR-069. Подведем итог. GrandStream GXP2170 – мощный корпоративный IP-телефон с современным минималистичным дизайном и поддержкой 6 SIP-аккаунтов, качественным HD-динамиком и встроенным Bluetooth-модулем. Этот аппарат подойдет как для небольших компаний, так и для крупных корпораций и даже колл-центров.